сказали матерям Беслана, что они купились на ваше обещание и верят вам? Нет, почему вот верующего человека, да, получается, всех христиан надо на экспертизу. Мы верим в то, что воскрешение будет. Мы истинные христиане. Поэтому, более того, мы верим технологически. Я только добавил технологию, я ничего нового не придумал. Никто и не верит в технологически. Христиане верят в воскресение от Бога, которое будет. Вопрос не в технологическом. Вопрос такой, вот почему представитель православной церкви в Беслане не обеспечивал отсутствие этого события?